В Люберцах полным ходом идет подготовка к Новому году. По всему округу проходят праздники и корпоративы. А для детей в муниципалитете программа особенно насыщенная. Для них организовывают утренники и елки, показывают тематические представления, дарят подарки, сладости и игрушки. Конечно, получить все это приятно любому ребенку. Но особенно ждут новогоднего чуда сироты и дети из малообеспеченных семей. Поздравить вас с наступающим Новым годом. Счастья вам, здоровья, побольше улыбок. И маму с папой не огорчайте, чтобы были оценки только пятерки. И все вам самого лучшего. Этого вам. Сегодня в семье Косачевых настоящий сладкий праздник. Персональным Дедом Морозом для этих детей стал заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области Александр Белоусов. Своими силами он организовал такую благотворительную акцию. В преддверии предстоящего Нового года подарить детям те или иные подарки. Ну, например, что детям нужно? Это сладости, фрукты. Сладкие подарки в преддверии праздника получили и воспитанники школы-интерната «Наш дом». Детей поздравили представители общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая. Кроме тортов и пирогов, они вручили приюту мультиварки. Вручаем от нас, от совета, прекрасный такой пирог к вашему чаепитию для ваших деток. Очень вкусный. Надеюсь, что вам очень понравится. Будете нас вспоминать добрым словом. Будьте такими же бодрыми, веселыми. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо и замечательно. Мы всегда рядом. Если что, всегда обращайтесь. В преддверии Нового года по всему городскому округу поздравляют детей, организовывают для них утренники и елки, дарят подарки. В праздничных мероприятиях принимают участие около 5000 маленьких люберчан. Наталья Григорьева, Мария Лапачева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.